Слева что это, самолет или что это шумит? УАЗ, смотри. УАЗик неправильно стоит. Может, моток надо было взять, хотя он опасный, врежешься или перевернешься, пизда сразу. Тебе-то да. Тебе-то да. Еще один УАЗик. Вот, сука, когда у тебя есть машина транспорт, то их такая куча этих транспорт. Я думаю, не мимо маяка доезжать просто чуть раньше, потому что там со стороны маяка тоже могли высадиться, десантироваться. Сейчас вернем. Слева, слышишь? Где-то кто-то, что-то тут. Ты меня чуть не так. Убил. Да я и... Что, думаешь, нарочно? Ты видел, какой там обрыв? И так старался аккуратно. Так, они сверху, они сейчас к нам придут. Давай. Топай. Я здесь. Мы... Вот будка хорошая, мы их отсюда встретим. Трехротный. Нет, не нужен, спасибо. Слушай, зона прям еще одна впереди, может быть, сразу ломанемся? Да, давай подлечимся чуток. И чуть-чуть ломанемся. Нам в горку, в принципе, идти нужно. Нам нужно в горку. Вот сюда. Ну, в принципе, в центр, да. По большому счету. Готов? Сейчас, подожди, давай энергетика выпей, чтобы еще быстрее бежать можно было. Тут должны чуваки теоретически прибежать к нам сзади. Да, они там и стреляются. Они еще в синей зоне сидят. Пошли, погнали. Че, мы добивать не будем их? За забором слева. Слева 200. Да, сейчас спину придут. Ага, все, я вижу, там на горке двое. На 240? Да, на третьем справа ангаре. Ну, да, на самом правом ангаре. Угу, вижу. Двое, видишь, да? Бежит. Кто? Ну вон они наверху там скакают. А, которые чё, на ангаре? Будем двигаться вперед просто. Конечно, сюда на горочку. В кустике, лежим в кустиках. А просто тут край карты сейчас как раз. Так. Чё, побежал? Да. Потому что уже в центре есть нехорошие люди. Как раз на желтом маркере уже кто-то есть. Так, слушай, арбалет я выкину. Может, он...
сильно отвлекает. А для этого у меня под 305 патронов. Так, а я... Ну, ладно. У меня просто второго орудия нету, если ты говоришь, он торчит сильно. Ну, я арбалет скинул. О, отлично, лево нам на желтый Слушай, маркер. Тебе четырехкратный прицел нужен? У меня есть. Тогда я его выкину. На арбалет не ставится он? Нет. Живунов осталось. Я хочу еще чемодан. Так, я его скинул. Чемодан. Я тоже скинул. Думаю, пора ставить двухкратный, наверное, прицел. Ну, у меня стандартная четырешка. Единственное, у меня башка рыжая. На каску могу дать. Да ладно. А, она тоже такая же рыжая. Зато костюмчик черный. Слушай, это мы что, в самом мясо сейчас залезем? Да. Еще одно. Не, еще один круг будет. 15 человек еще осталось. Справа. Да, наверху нам было. Ну их не видно, да, их не видно пока. Главное, что они нас хорошо увидят. Вот еще проблема. Те, что были на бункере. В бункере они уже, наверное, померли. С глушаком, да, кто-то ебать. Это беда. Слушай, это там у бункеров. Странно, что они еще живые. Так, у меня два коктейля Молотова. У меня одна осколочная граната. Куда-то в травку погуще. Блять, мы прям сейчас на холме видны под солнышком так. Я вот в тенечек ползу. Отлично, просто шикарно. Давай ближе к центру, наверное. Не, на холмик, скорее всего, с правой стороны. Подожди, сейчас справа придут эти товарищи к нам. Есть, один уже есть. На 30. За деревом. Я его вижу. Гранату сейчас ему кину. Блять, этого не видно, он. А, вижу. Все вижу. Двенадцать человек, прикинь, на эту хуйню. Сука, они на возвышенность. Вижу, движется на 345 где-то. Угу. А он почти дохлый. Сейчас я его спалю, подожди. Убил. Хреново, куда мне эту хуйню кидать? Ну кидай на него. То есть 9. Это пиздец, их тут еще сколько. Слушай, мы в самом середине сидим. Семеро осталось.
Эх, блядь, нам вниз надо сползать, все отлично, заебись. Так, справа где-то работают. На 240. Кстати, я все коктейли, сука, испортил свои. Блин, солнечная сторона. 6 человек осталось. 8? Почему? А, ну кроме нас. Мы двое. 6. Это значит 4. Вот здесь справа я с глушаком слышу. Да, я тоже слышал. Нам надо ползти, иначе нам пизда будет сейчас. Я постоянно ползу. Так, вижу двоих. Вернее, одного. Салт, 165 за деревом. Сложил его. Ну, он упал. Блин, меня сложили. Прямо возле нашего дерева, большое, с ветками. Сейчас. Ползай назад, отползай. Отползаю. Вот это не дерево, вижу, которое 195. Вот прям перед нами, самое ближнее. Слушай, отползи назад в куст. Да, они спрятались. Давай. Блин, зона ползет. Пятеро в живых. Давай, сейчас. 3 секунды. Блядь, зона. И бежим. Да ну как так, сука, ему въебало, прям стреляю. Ты живой? Да. Он там же за деревом сидит, говно. За тем же? Да. Нет его здесь за деревом. Ага, вижу. Четыре. Вижу другого за деревом. Убил. Можешь подползти ко мне? Да, он меня застрелил. Вот за камнем. Красавчик. Я это опять заснял. Красавчик. Спасибо, что поднял. Хотя с другой стороны подымал бы, распиздячили бы стопудово. Да. Ты уж извини, тут я реально не мог. И сердце сейчас такое тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Победа. Победа вместо обеда.